12 июня на Соборной площади и Любинском проспекте прошел спортивно-культурный праздник «Россия-Донбасс», посвященный Дню России и празднику Святой Троицы. В нем приняли участие более 85 тысяч человек. Мы были едиными, потому что где единство, там и сила. Справимся с любыми трудностями. Объединили сразу несколько событий. Это и празднование самого праздника День России, это большой спортивный фестиваль «Россия плюс Донбасс», это фестиваль «Безопасный город, безопасные дороги», фестиваль, посвященный Дню дружбы народов, и празднование святого праздника Троицы. Это все у нас полностью располагается от Соборной площади до окончания Любинского проспекта. За счет этого получилось очень массовое, очень большое мероприятие. Тут любой желающий, пришедший с детьми, с семьей, может найти чем себя занять. На большом пространстве расположились десятки различных локаций и активностей, в том числе и спортивных. Так, на Соборной площади состоялись чемпионаты первенства Омской области по BMX-фристайл-парку. Свои площадки представили областные федерации спортивно-прикладного собаководства, роуп-скиппинга, мотоциклетного спорта, страйкбола, а также Центра патриотического воспитания и регионального отделения ДСАФ России Омской области. Сегодня замечательный праздник, и есть такие велопарки, которые дети могут изобразить, что они умеют, как это здорово, что они без страха выполняют свои замечательные трюки. Это очень интересно. Подготовили несколько развлечений для желающих попрыгать на скакалке. Мы будем сегодня их учить прыгать на скакалке. Также у нас прошел уже фитнес-квест, где мы определили победителей и призеров. Мы всегда учимся чему-то новому, что-то для себя открываем. Кто-то к нам приходит прыгать на скакалке. Ну, вообще очень много эмоций. В первую очередь положительных. Праздник День России. Все-таки живем в нашей стране, мы ее должны знать, ее традиции, знать ее оружие. Это же не только здесь автомат Калашникова, сифон в России, да? Тут у себя проходили стрельцы, они рассказывали, ну, по крайней мере, ребенку интересно посмотреть, как у нас развивалась страна. Страна и армия, они вместе развивались. Поэтому нужно их детей учить патриотическому воспитанию, чтобы они знали, кто мы, откуда мы, зачем мы. Кто мы в этом мире. Поэтому даже в такой форме детям интересно. Разнообразную программу представила школа единоборств «Шторм». А мечи активно участвовали в конкурсах, проверяли свою силу удара, а также бурно поддерживали бойцов, состязавшихся в гран-при по ММА среди любителей. В октагоне соперничали представители нескольких регионов. В финальном поединке сразились два мяча – Хусейн Мирзоев и Иван Серягин. По решению судей, за счет преимущества в двух раундах, верх взял Мирзоев. Он завоевал главный приз соревнования – контракт на бой в промоушене «Шлеменко Файтинг Чемпионшип». Спасибо клубу «Шторм», Александру Шлеменко, за такую возможность, что дали мне такую возможность выступить. Самое приятное в этих соревнованиях, что оно сближает людей разных национальностей. Я, допустим, чеченец по национальности. Живу здесь, учился здесь, вон сейчас работаю. На благо нашей Родины. Еще одним важным событием праздника стал фестиваль «Безопасный город, безопасные дороги», где мечи познакомились с выставкой ретро-машин ГИБДД и Великой Отечественной войны, увидели современную технику МЧС, медицины катастроф и других специальных служб.
Дети с удовольствием участвовали в конкурсах по правилам дорожного движения, примеряли амуницию, представляли себя в роли водителей машин и мотоциклов. На одной из локаций была представлена военная техника с символом Z, а также оружие и экипировка. Все желающие могли примерить каску и бронежилет, собрать-разобрать автомат, а также сфотографироваться на фоне армейского автомобиля с повышенной проходимостью «Тигр». Министерство и правительство Омской области стало организовывать вот такие вот праздники, где происходит реальное объединение. Здесь есть и мотоциклисты, и военные, что тоже не было, и спортивная площадка. У нас есть и которые эвакуаторами занимаются, и также я видел и ГАИ. Просто очень много людей, это совершенно разных профессий. И мы все едины. Едины нашим праздником. Едины тем, что мы делаем лучше наш город совместно. Кульминацией праздничной программы стал концерт известного исполнителя Вадима Самойлова. Он пожелал всем собравшимся счастья и развития. Затем по видеосвязи к омичам обратился губернатор региона Александр Бурков. Сегодня Россия показывает миру, что она способна защитить правду и восстановить справедливость. Что у нее есть силы отстоять общечеловеческие ценности, на которых всегда держался и будет держаться мир. Да здравствует Россия! Я желаю нашей стране процветания, а каждому из вас добра и благополучия. Далее музыканты блеснули отличной подборкой композиций. А мечи услышали как популярные хиты, ковер-вертолет, сказочная тайга, как на войне, так и новые песни. На ковре.